Нахам иджа прджапатибхьям, нахам иджа прджатибхьям, тапасо упасаменава, тусеям сарвобхутатма, гуру сасасаяджатха. Нахам иджа прджапатибхьям, тапасо упасаменава, тусеям сарвобхутатма, гуру сасасаяджатха. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Today is the appearance day. Сегодня день явления моего Гурудева. Everybody speaking. Today is the disappearance day of my Guru Path Padma. But I find today is the appearance day of my Guru Path Padma. Все говорят, что сегодня день ухода моего Гурудева, а я чувствую, что сегодня день явления моего Гурудева. Это правильно. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит таким образом. Почему? Поскольку Шрила Прабхупад, он хотел доказать, что когда Гурупад Падма уходит из этого материального мира, то тогда он занимает вечное место в сердце чистого преданного своего настоящего ученика. И когда Шрила Прабхупад Падма ушел из этого материального мира, он может явиться в сердце чистого, полностью предавшегося ученика. Прабхупад Падма, он никогда не делает никаких учеников. Шрила Прабхупад говорит, Прабхупад Падма садгуру никогда не принимает никаких, не делает учеников, он делает гуру. Как? Какой, любой ученик, который не находится на уровне Гурупад Падмы, он не настоящий слуга, он не может служить Гурудеву. Кришна находится в этом трансцендентном мире, и Гурудев там, и Шрила Прабхупад там. И если я не возвысился до этого уровня, я не могу им служить. Иначе это будет такой дисбаланс. Я нахожусь в этом мире, а не в этом материальном мире. Они в трансцендентном. И как же им служить до тех пор, пока я не возвышусь до того, по-настоящему не возвышусь до того уровня, я не могу совершать настоящую гуру-севу. Это точно философия, о которой говорит Шрила Прабхупад, что настоящий садгуру, он всегда делает гуру, а не учеников. Это главное. И в Читане Читамрите говорится, когда наше самопредание, оно полностью совершенно, то будьте уверены, что в то же самое время вы обретете силу от Гурупад Падмы, в тот же самый момент. И нет никаких сомнений в этом. Вы можете обрести силу от Гурупад Падмы. И хотя наш Гурудев говорит, что дикша – это долгая процедура, а почему? Поскольку во время вашего самопредания, во время вашего самопредания, если ваше самопредание не совершенно, то не полностью проявлено, то вы должны ждать до того момента, когда вы достигнете совершенства в вашем самопредании, и тогда вы сможете начать гурусеву. И все же Харидас Такур вот перед этой проституткой говорит, что я получаю посвящение каждый день. Почему? Поскольку моя дикшана не закончена. Когда мы можем достичь того трансцендентного мира по милости Гурупад Падмы и Шрилы Прабхупады, я не знаю. И тогда у нас будет возможность совершать гурусеву. Гурусева, она вечна. Не значит, что сегодня можем совершать гурусеву как майвади, потом отказаться от гуру и делать что-то дальше. Это не так. В майвади гурусева, она временна. То есть они на какое-то время принимают гурудева, и когда осознают бхаму, они отказываются от гурудева. Но в нашей гурудеве сампрадае, вайшнава сампрадае, нет такой ложной философии. Я имею в виду, они тоже совершают гурусеву, гурупуджи. Вы можете найти в Шанкарачаре сампрадае, они делают больше гурусеву с большим энтузиазмом, чем мы.
но их Гурусева, она лицемерна, она должна, они хотят доказать всем, что они совершают Гурусеву. Но когда у вас нет веры, 100% веры в Гуру Падпадме, и вы теряете настроение служения Гурудеву, поскольку знаете, что он, если он временен, то смысл ему служить. Поэтому Шрила Прабхупад говорит, что все говорят, что сегодня день ухода моего Гурудева, но сегодня я чувствую, что сегодня день явления моего Гурудева. Парампуджа Прачила Кешава Госвами Махарадж говорит, день ухода и день явления для Верховного Господа или его какой-то аватар или вайшнава, они все едины для нас. Почему? Почему едины? Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, например, есть круг. И если им из этого круга мы будем попытаемся найти какой-то начало этого круга, где-то начало круга, где конец круга, оно все едино, невозможно, ни начала, ни конца найти, только явление и уход, мы можем говорить об этом, но они в онтологическом смысле не отличны. Почему мы говорим, что сегодня Ананда Утсав, Верхаусов, хотя день ухода Гурудева, это мы должны чувствовать разлуку, а в то же самое время мы говорим Утсав, это праздник. Почему первый в этом поводу? Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что это и возможность для нас вспомнить, что Гурудев ушел из этого мира. Он ушел в то место, откуда он пришел. Но Кешава Госвами Махарадж говорит, что когда он был в этом мире, мы доставляли ему какое-то беспокойство, и вот он ушел с этого мира, может наконец-то от нас отдохнуть, и он то, что находится со своим поклонением Господом, это лучше для него. И вот сегодня день ухода Шрила Бхакти Ишоуда Ашам Госвами Махараджа. Но хотя вы можете возразить, что мой Гурудев Шрила Бхакти Памукури Госвами Махараджа, а почему вы говорите, что ваш Гурудев это Бхакти Шоудов Ашрам Махарадж? Почему? Почему вы так говорите? И на самом деле этот Гаудия Даршан, он полностью совершенен. Когда мы приносим Пушпанджали лотосным стопам нашего Гурудева, это Пушпанджали, оно доходит до стоп другого Гурудева. То есть не все могут понять это. Это в этом Нитья Джагате, это в вечном мире, где это в этом мире невозможно какое-то разделение, это Адвайя Гьянтаттва. И Гурупад Падма, он тоже, это такая уникальная таттва, вы не можете ее разделить, вся Садгуру таттва, она исходит из единого источника. И поэтому все Садгуру, которые являются в этом мире, они не отличны в каком-то смысле. И вот если мы, я предлагаю Пушпанджали моему Гурудеву Шрила Бхакти Шурапа Ашрам Махараджа. Haridwar or in Allahabad, when Kumbh Mela going on, they are fighting. Who can take bath first? Кто-то, сражается. Кто первый будет принимать омовение, даже не могут кого-то убить, если кто-то там раньше их омовение примет. Policemen, they have nothing to do with that. То есть там даже полиция не может ничего сделать, там слишком много. Такое умонастроение, те падшие, они тоже думают, что если они первые поднесут эти цветы, да, вот это будет чем-то лучше. Any amount of garland is not sufficient to give Pushpanjali unto the lotus feet of Ati or Vaishnava. It is not possible. Не так, то есть сколько бы вы ни предложили
количество, то есть это не зависит от количества гирлянд, количество цветов. Гуру Падпад, он не примет наши цветы или гирлянды. Он принимает наше чувство сердца. То есть я подношу Пушпанджали Ашаму Махараджу, и я должен ждать, чувствовать, готов ли он принять мое подношение или нет. Поскольку сила я не могу... Сила я не могу ему предложить, если он не хочет это принять, поскольку это трансцендентный мир, и невозможно как-то использовать какие-то мысли. Достояние материальное, если у нас они есть. Что значит Пушпанджали на самом деле? Однажды я слышал от Гуру Варги, что значит Пушпанджали. Пушпанджали значит это предложить наше сердце, наш ум Гурупадме. Гурудев, он не заинтересован, сколько денег вы пожертвуете в качестве пожертвования, сколько цветов предложите, сколько гирлянд, это не главное. На самом деле, если вы можете предложить свое сердце, свой ум лотосным стопам Гуру Падпадме, и это настоящие Пушпанджали, поскольку синоним Пушпы – это Суман. Суман Саровар. Вы слышали о нем? Кусум Саровар. Кусум Саровар значит Суман Саровар. На санскрите это значит Кусум и Суман – это значит Пушпа. Никто не знает этого. А вот мой Гурудев рассказал об этом, что Пушпанджали на самом деле значит предложить ваш чистый ум. Вы должны предложить... перенести его лотосным стопам Гуру Падпадме, и тогда вы можете сказать, что ваш Пушпанджали, оно настоящее, совершенное. И вот на самом деле у меня нет права говорить о том, что сегодня день ухода или явления моего Гурудева, я не могу права говорить об этом. Почему? А сколько я сделал в моей жизни для Гурудева, что я предложил ему это... Вот в этом вопрос, иначе я не могу говорить. То есть я могу... То есть как определить, кто настоящий ученик Гурудева, а кто нет? Поскольку в Бхагаватам говорится, вот в этой шлоке, в 10-й части Бхагаватам говорится, что... что Гурудев, он не может, у него нет никакого секрета, который бы он не мог открыть своему чистому, настоящему ученику, который полностью предан его лотосным стопам. Он может полностью открыть свое сердце. Нет никакого секрета, который он мог бы утаить от своего настоящего ученика Снегда Шиши. И вот вы уже знаете, как, например, Мадхавендра Пурипад, он не зашел с этого трансцендентного мира, но Ишвар Пурипад, он получал всю силу от своего Гурудева, а Ишвар Пурипад ничего не получил, он, наоборот, начал критиковать его, начал находить недостатки Вайшнава и самом Верховном Господе. И таким образом мы можем развить это такое настроение, искать недостатки Вайшнава в том случае, если мы совершаем оскорбление. Поэтому мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он написал такую книгу о Вайшнава Апаратхах, она так и называется. Если вы изучите эту книгу, вы узнаете, что к чему. И вот сейчас я могу... хочу сказать что-то о Вайшнаве, день ухода, которого сейчас никто не знает. О величии этого Вайшнава никто не знает, кто так настоящий чистый Вайшнав, а кто нет. Шрила Прабхупад говорит, что если вы увидите, что все качества Гурудева явились в сердце ученика, то тогда будьте уверены, что он настоящий ученик. И в то же самое время это что-то внешнее может претендовать на звание настоящего ученика, но это не так, только тогда, когда вся сиддханта, все поведение, все ачарон, все качества Гурудева, они явились в сердце этого ученика, то тогда все умное настроение Гурудева, чувство его сердца, если оно явилось в сердце такого ученика, то есть мы можем сказать о нем, что он Снегда Шиши, настоящий сад-ученик.
поскольку настоящий ученик, он гуру. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что настоящий чистый Гурупад Падма Садгуру, у него нет учеников, у него есть гуру. Он никогда не делает учеников, они все становятся, все его ученики, они становятся гуру. Шрила Прабхупад на день своего явления, он говорил, что все, кто присутствует передо мной, они моя гурувага, они не мои ученики. Они дают мне возможность, я от них получаю вдохновение совершать гуру-севу. Они всегда дают мне возможность совершать гуру-севу, вайшнава-севу и кришна-севу. Я получаю вдохновение от них. И таким образом, Гурудева говорит, что они все моя гурувага. Это правда на 100%. У Шрила Прабхупады не было никаких... Шрила Прабхупад не оставил после себя никакого ачарья. То есть тут можно с двух сторон подумать, что никто не достоин быть ачарьей, или все они достойны быть ачарьей. Кого же назначить, если они все достойны? То есть если Шрила Прабхупад... То есть его Шрила Прабхупад знал, что ачарья он самопроявленный, никто не может невозможного выбрать ачарью. Ачарья он самопроявленный, он сам проявится. И вот Аша Махарадж был великим ачарьей, хотя мы не можем найти его среди учеников Шрилы Прабхупада. Это был очень образован, он мог говорить на хинди, на английском и на бенгали. Он хорошо знал эти все языки, он очень много проповедовал, и он был очень прекрасен. И люди, они... И многие люди говорили, что он второй свамиджи. You should know. They made one Swamiji. But actually everybody is thinking he is like Swamiji, second Swamiji. You know, from ex-mission, you should, I can speak you after. After that, you вот see, после этого he was very much, you know, attracted by your philosophy. But very soon, he get one magazine, Gaudiya magazine. Вот он однажды. Kirtanananda Prabhu and all devotees, и как-то получил журнал Гауди Матха, в то время проповедь была очень тяжела. Вот он увлекался какой-то философией, то ли Майвады, то ли еще чем-то, не расслышал. И вот он даже присоединился к какой-то миссии, а потом, когда ему в руки попал журнал Гауди Матха, он был очень удачлив. Когда он получил этот журнал, он открыл его и начал читать о Шриле Бхактивинода Тхакуре, Шриле Прабхупаде. И когда он это читал, он понял, что это не человек написал. Обычные люди, они не могут говорить таким образом, это слишком возвышенно. Я уверен, что это снизошло с того трансцендентного мира. То есть в то время, 100 лет назад, в Калькутском университете, он был этот преподаватель языка, он был очень, Сунити Кумара Чаддопадхьяй, он был то ли ректором, то ли, очень высокое положение занимал в том университете, его даже ачари называют, то есть это самый образованный в этом языке, в бенгальском, по всей видимости. И вот, когда он получил журнал Гауди Матха, когда он начал читать Гауди Матху, Гаудию, которая сделалась Гауди Матхам, он написал письмо Шри Прабхупаде, что «Прабхупад, извините меня, я так долго думал, что я лучший из всех знатоков языка, но когда я прочитал ваш журнал, я понял, что я ничего не знаю о языке, я никакой не ачарья, и, пожалуйста, можете ли вы отправить мне Гауди вайшнавский словарь, чтобы я мог понять значение этих слов?»
поскольку я многие слова не понимаю, они настолько возвышены, я понимаю, что они очень велики, но не понимаю их полного значения. И вот таким образом он написал письмо Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупад тогда подумал, что нужно написать Вайшнав Манджушу и Гауди, то есть слова Гаудия, Гауди Вайшнавские слова. И вот еще есть такой Харидас Баба, он составил Гауди Вайшнава Абидан, то есть такой словарь Гауди Вайшнава. И вот этот Шринити Кумар Чандрупадьяй, он написал такое письмо. И вот мы не можем говорить о том, что мы все знаем в то время, когда он читал это Гауди Патрику. Он определил, что это не человек писал, человек не может такого написать, то есть кто-то это написал, он явно не человек, в своей жизни я не видел такого возвышенного языка с такой огромной силой, и я должен, несомненно, найти, кто же это написал, и в тот же самый день он начал искать. И вот он так пришел в Гауди миссию в Калькутту. Он пришел туда и спрашивает, кто Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати, я хочу встретиться с ним. Нет, подождите. Ты можешь встретиться с ним, но подождите. И вот он подождал и так встретил Шрилу Прабхупаду. Когда он увидел его, он понял, что он... Увидев, он уже... Но он уже был очень вдохновлен его великой личностью, и потом он сразу же предался Шриле Прабхупаде. И он сказал, что когда только увидел то, что вы писали, я услышал прочел вашу статью, я понял, что вы сверхчеловек, что вы снизошли из того трансцендентного мира, и поэтому благословите меня. И вот Шрила Прабхупада сказал, что... И вот впоследствии Шрила Прабхупада дал ему харинам и дикшу также. Шрила Прабхупада дикшу никому так быстро не давал, но если он видел, что насколько человек посвящен. И вот он видел качество Аша Махараджа, а он в то время, он родился в Бангладеш, Аша Махарадж. Я... Я написал книгу, биографию о Бхутаврите, его звали, когда он был брамачари. И вот Шрила Прабхупада дал ему посвящение, и чтобы проверить его посвящение, он отправил его в Майяпур и дал ему... такое служение выращивать овощи, ну, чтобы проверить его. И вот он отправился в Майяпур, он ухаживал за растениями. И вот he has no connection with cultivation, but still, Baba giving order. You go, take responsibility. In Mayapur, come, all you know, cultivation был, занимался вот этим огородом, все поливал, собирал и прочее. Хотя он был образован, но он носил мешки с этими с овощами и ухаживал за овощами, и то есть он выполнял такое простое служение. И однажды из Калькутты кто-то приехал, увидел какой-то человек, ну, вроде хорошо выглядит, и он спросил что-то у него. И когда он ответил, они начали разговаривать, он осознал, что это очень образованный человек, а почему он каким-то этим садовником, огородником работает. Ну, так иначе они начали обсуждать, и он начал говорить на английском философию Махапрабху. Этот гость из Калькутты, он очень вдохновился. Вот и потом кто-то рассказал, что Шриле Прабхупаде, что какие-то люди из Калькутты приехали в Майяпур.
чтобы получить даршану, даршану Гауди Матха, и вот они подруги встретились с этим Гутавритом, он был в какой-то гамче, и начал проповедовать на английском языке, эти люди, они очень вдохновились. И вот потом Шрила Прабхупада позвал его назад в Калькутту, и потом Шрила Прабхупада спросил его, может ли он поехать в Мадрас для проповеди, а он сказал, что да, по вашей милости я все могу. И вот он отправился в Мадрас в то время. Это Мадрас был очень, ну, такое негативное место, полное философии Шанкары, и, то есть там никто не мог проповедовать. Ну, там не было никаких, даже комнаты не было, где жить. Ну, и после этого Шрила Бхакти Дайта Мадхурга Свами Махарадж, Хайгри Брамачари, Бутабрид Брамачари и Госвами Махарадж, они втроем, а Госвами Махарадж в то время был Апракрита Брамачари. Апракрита Прабху, точнее. И вот и кто-то из его учеников. И вот, ну, в общем... Then Hayagi Brahmachari and Udhavrit Brahmachari speaking. Но другие брамачари, они начали уже говорить, что невозможно там проповедовать вас сами. Шрила Бхактидайта Мадхурга Самара сказал, что я думаю, мы еще ничего особо не делали, поэтому ничего не получилось, хотя прошло уже 2 года. И вот и после этого они получили какую-то землю, построили какую-то постройку там, начали собирать пожертвования, проповедовать нашу философию. Они начали поклоняться фотографии божества, божеств, и они попросили Шрила Прабхупаду приехать в Мадрас, поскольку без вас это невозможно. И потом Шрила Прабхупада ответил на их письмо, что если вы можете организовать для меня какую-то комнату, где можно просто отдохнуть, и тогда я могу приехать. Поскольку он ачарья, и вот они построили какую-то маленькую комнату для него, для Шрилы Прабхупады, чтобы Прабхупад мог остановиться там. И вот однажды один богатый человек из того общества его пригласили. Он пригласил все саду. Он не знал, кто такие саду на самом деле. Ну, всех подряд пригласили. Из Гауди Матха тоже, и вот так. И вот они все собрались в одном месте, там просад после лекции должен был бы быть. Удачно, там еще была какая-то миссия, которая проповедовали раздачу там лекарств, еды, одежды и прочее. То есть, не получая, ну, это общество понимает какую-то благотворительность такую простую, а какое благо, они несет Гауди Матху, никто не понимает. И потом уже всех пригласили на просад. From exhibition, why mission, everybody is sitting there, you see, they are big, big sadhu. They are taking prasadam, why you cannot take? Но Гауди Матха начал отказываться, а этот богатый человек, который всех пригласил, начал возмущаться, что смотрите, и те саду, и те, и пятые, и десятые сидят и едят, а вы почему не едите? А Шрила Бхактидайта Мадхурга Самара сказал, что видите, они великие саду, они могут всю эту нечисть переварить, а мы не можем. Конечно, можете дать нам несколько фруктов, этого достаточно будет для нас, чтобы выразить вам почтение. И вот таким образом они, ну, ушли от этого. И после этого началась проповедь, что Прабхупад начал говорить Харикатху там. Я в Мадрасе не был никогда, слышал только. Там основали мадрасский Гауди Матх. To go on those prasad pitching field again and again to revive the power put it by Prabhupada.
actually acharan prachar both we need. Otherwise, we cannot come out successful. Ну и сейчас в наше время мы должны продолжить то, что продолжить проповедь Шрилы Прабхупады с помощью своего идеального примера и проповеди. Вот Ашрама Махарадж, он был очень могущественным. Он исполнял желание Шрилы Прабхупады. Он был настоятелем Матхал в то время. И однажды приехала как из Англии какая-то богатая женщина. Она приехала со своей, она сама с дочкой. Она ходила на харикатху, она как-то полюбила этого. Будхаврит Прабху Брамачарина попросил его, сможет ли ты жениться на моей дочери, у меня несколько миллионов этих паундов некому завещать. И вот она предложила этому Будхаврит Прабху. Что, а Будхаврит Прабху засмеялся, что у меня есть нечто большее, то, что дал мне Шрила Прабхупада. Я никогда не думал, что ваше, ну, ваше богатство больше, чем богатство моего Шрила Прабхупада. Я могу относиться к вашей дочери как к сестре, но жениться на ней не могу. Поэтому простите, находитесь здесь, слушайте харикатху, пытайтесь понять милость Махапрабху, которую он нам дал, то богатство, которое он оставил, благодаря которому я могу отказаться от вашего предложения.